На середину. В этом поединке победу одержал боец синего угла Аганесян Владислав. На татами приглашается 38-я пара. Самойлов Кирилл, высота, Волков Вячеслав Вич. Приготовится 39-я. Анисимов Осипов. Ввиду технического превосходства победа присуждается бойцу красного угла Самойлов Кирилл. Так. На татами приглашается 39-я пара Анисимов Прохор. Здоровая нация. Осипов Андрей Витязь. Приготовится 40-й. Дневников Изгарский. Представитель Витязь, Осипов Андрей. 39-я пара, Анисимов Прохор, Осипов Андрей.
Осипов Андрей, Витязь. Представитель команды «Витязь». Победу в этом бою единогласно решением судей одержал спортсмен синего угла Давидян Давид Шор. На ринг приглашается.